Возле дома номер 2 по улице Руставе торжественное открытие детской и спортивной площадок. Специальный гость, чемпион Запорожской области по бодибилдингу, показал детям, какие упражнения можно научиться выполнять на этих снарядах. Прежде чем покупать абонемент в тренажерный зал, можно начать с детской площадки. То есть на самом деле это очень эффективные снаряды. Польза неизмерима просто. Это очень большая благодарность тем, кто создает такие места для детей. Потому что у них есть все для того, чтобы быть здоровыми, красивыми, и заниматься спортом. Все, я им все показал, дал свои наставления, рекомендации. Установить спортплощадку удалось благодаря участию представителя ЖСК номер 5 в конкурсе «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь». На реализацию проекта «Наш двор – уютный сад» выделен грант в 53 тысячи гривен. ЖСК 5 победила в программе «Мы – это город». И сегодня, конечно, слава Богу, что есть такой прекрасный коллектив трудовой, комбинат «Запорожсталь», что есть направление, что есть программа, люди стремятся. Здесь проявлена большая инициатива нашими тружениками, жителями, которые сами своим трудом показали, как можно сделать много и жить в других условиях. На торжественном открытии провели и конкурс лучшего рисунка. Их дети рисовали на новой тротуарной плитке. Ее укладка – это тоже часть проекта по благоустройству двора. Дорожка порядка 7 тысяч, 6 тысяч. Вот эта дорожка, которую специалисты, они выравнивали, там порядка 37, мы не смогли бы сами, потому что там нужна техника, мы брали в аренду пневмо. Да. Спортивный комплекс, детская горка, балансир и песок мы закупили, отсев, но это мы сами раскидывали. А завершилось мероприятие чаепитием с праздничным тортом, которым накормили всех. Дмитрий Злачевский, Станислав Пичурин, Дмитрий Сахно, ТВ5.